Наконец мы добрались до города Алания, и в этом выпуске представим знаменитый пляж Клеопатры, который находится до мыса с крепостью, пляж за мысом и прогулочной набережной, назовем его Центральный, а также покажем образцы песка соседнего с городом района Абагёй или Абакёй, который на некоторых картах включен в границы города Алания. Вот такие разные пески в городе по обе стороны мыса. Начнем с верхнего образца пляжа Клеопатры. Это самый необычный песок на всей турецкой ривьере. Кстати, еще один пляж Клеопатры есть на Эгейском побережье, и у нас образец в коллекции. Особенность его в том, что песчинки идеально круглые и мелкие, а на солнце увеличиваются. А песок на пляже Клеопатры не похож ни на один песок на турецких курортах. Так и хочется сказать: так вот ты какой крупнозернистый песок. Посмотрите, какой он красивый. Это не какая-то щебенка или мелкая гладенькая галька. Бело-золотистый цвет, яркий на солнце. Сюда стоит приехать, чтобы увидеть это и почувствовать. Кстати, ходить по такому крупнозернистому песку непросто. Нога проваливается, я бы сказала, тяжело ходить. А если еще волны, как на видео? И посмотрите, какие глубокие следы остаются на песке. Когда вы выходите из моря, проваливаясь, вы идете немного в горку, потому что, обратите внимание, пляж под наклоном. Переберемся за мыс с крепостью. Здесь уже более распространенный серый песок, а это буквально первый пляж за набережной. На другой стороне мыса песочек мелкий, серо-золотистый. В городской черте ширина пляжа около 50 метров. В море на дне есть каменные плиты. Это пляж Ифтали-Айтур. До самого крайнего района региона Алания теперь будет виден мыс. Ближе к границе города, в районе отелей «Банана» и «Ананас», появляется галька. На пляже «Банана» полоса гальки пошире. Она вот так расположена ближе к морю. На соседнем пляже в Ананасе песочек мелкий на берегу, а гальку намывает уже у берега. Но, правда, количество этой гальки – вещь такая относительная. У нас на видео не так ее много, но в какие-то периоды может быть и больше. И, естественно, будет видно мыс в Аланье. Соседний район Абагёй или Абакёй тянется на 2,5 километра. Это образец с пляжей отеля Эмир Фосы и Антик Роман Пелос. Вот такой он в реальности. Пески здесь везде примерно одинаковые. Это образец популярного отеля Катя. Кто помнит, он назывался раньше Катя Кризантем. Но общим для района становится то, что каменная плита вновь наступает на берег. С ней снова пытаются бороться, вырезают куски глыбы, формируется искусственная бухточка с волнорезами по бокам. Ближе к следующему району, Кистель, песок становится серым, как в отеле Гранд Каптан. И кажется незаметно, но все-таки песок немного другой в крайнем отеле района Обагёй Сивки-Бэй. И если в районе отеля Гранд Каптан воюют с каменными плитами, то дальше нет. В заключительном ролике о пляжах Алании будет изюминка.